В чемпионате молодых профессионалов Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум участвует с 2012 года. Удавалось студентам и педагогам техникума многое, но успех этого года превзошел предыдущие результаты. Мы вошли в тройку сильнейших. Из 5 компетенций, в которых мы принимали участие основных и одно дополнительное, мы показали 2 замечательные результаты. В одной мы были первыми, во второй мы были третьими. Я от лица всего техникума выражаю вам благодарность. С большим отрывом в компетенции веб-дизайн и разработка Даниил Каверзин занял 1-е место. Высокий результат работы молодого программиста удивил всех экспертов конкурсной площадки. Сам же Даниил был готов к победе. Все эти модули у меня на веб-разработке, задания типа выдаются уже чуть-чуть пораньше. И я их все прорешал. Я был уверен в своей победе. Во-первых, оно прибавило самоуверенность в себе. А во-вторых, возможно, меня когда-нибудь заметят работодатели благодаря этому. И какие у тебя планы? На будущее пройти отбор на НАЦ, выиграть на НАЦ. Куратор Даниила – преподаватель информатики политехнического Мария Мананикова. Уверена, участие в профессиональном конкурсе для студента – как шаг в открытую дверь успешного профессионального будущего. Очень горжусь, если честно. Редко, когда бывают такие таланты, когда попадаются в образование именно в уровне СПО. Вот на него смотришь, как он работает, и думаешь… Ну, уже уровень, ну, не ученика, уровень эксперта. Он должен раскрыть полностью свой потенциал. И я как его эксперт и как его куратор буду очень рада и очень горда тем, что он добился своего в этой жизни. Совсем немного не хватило баллов до 2-го места Лидии Чувала. Девушка участвовала в одной из самых востребованных компетенциях – поварское дело. Ну, эмоционально, возможно. Где-то были такие моменты, но в основном было спокойствие, потому что была уверена в своей силе, уже знала, что я буду в тройке. Она у меня молодец, она меня не подвела. Все ошибки, которые мы сделали в этом году, мы на следующий год обязательно исправим. Она мне обещала. В открытом региональном чемпионате соревнуются не только студенты вузов и техникумов, но и педагоги в направлении WorldSkills 50+. Стаж работы мастера производственного обучения Татьяны Логиновой более 20 лет. Свои силы педагог решила проверить в компетенции обслуживания и ремонта автомобилей. С большинством заданий справилась куда лучше многих профессионалов. Я просто была рада, что я туда попала, на этот чемпионат, и я попробовала свои силы. Стоит, нужно. Вот уже вроде профессионал, да? Но стоит себя пробовать? Стоит. Это дает и толчок, как бы что-то новое знаешь, что-то вот хочется дальше что-то выполнять, что-то еще знать. Студенткам Нилуфар Саторовой и Татьяне Барсановой не удалось получить призового места в своих компетенциях, но все еще впереди. К WorldSkills 2020 девушки начали готовиться уже сегодня. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.